Молодые и активные. Первый домашний матч в этом сезоне в рамках Кубка России обновленный состав видновской баскетбольной команды «Спарта НК» начал достаточно агрессивно. Несмотря на то, что опыта у девочек еще мало, на тренировках спортсменки себя показывали на высоком уровне. Но и противник выдался сильный. Оренбургский клуб «Надежда», состоящий из взрослых сильных игроков, бронзовый призер прошлогоднего чемпионата России. Для нашего молодого состава, как обычно, уже в самом начале сезона очень серьезное испытание. Я думаю, что любая игра – это для них, конечно, несравненный опыт. Это такой толчок к будущим там, высоким целям. Последние годы клуб «Спарта НК» выбрал для себя концепцию взращивания своих молодых игроков. Благодаря высокопрофессиональному тренерскому составу видновская команда воспитала не один десяток топовых спортсменов. Только задерживаются они в «Спарте» ненадолго. Чаще всего их перекупают более богатые клубы. Поэтому биться с опытными гостями из Оренбурга пришлось совсем юным баскетболисткам. Очень много наших молодых игроков. Еще больше, чем даже в прошлом году. Ну и пока выигрываем, дай бог выиграем. И вправду, в первой половине видновчанки показывали хорошие результаты. Значительно опережали противника. Феномен плохой игры Оренбурга не могли объяснить даже заядлые болельщики «Надежды». Может, то, что у них был большой перелет. Они играли сейчас в Сыктывкаре, там выиграли, да, потом перелет сюда. Буквально вчера они, по-моему, только прилетели, и сразу же на следующий день игра. Вплоть до третьей четверти «Спарта» лидировала и уверенно шла на победу. Но удача перешла на сторону оренбурженок, и счет стал увеличиваться в их пользу. Итог 54-64, и клуб «Надежда» вышел в финал четырех Кубка России. Юлия Погосян, Владимир Бежонок, Ольга Садовская, Видное ТВ.